Всем привет! Вы на канале CryptoBoon. Здесь мы разговариваем о мире криптовалюты, о новых технологиях, ISO, IO, DeFi и о многом другом. Сегодня поговорим о таком DeFi-проекте, как Merlin. Итак, что такое Merlin? Merlin – это агрегатор урожайности с автоматическим составлением смеси с экосистемой, оптимизированной для обеспечения безопасной и устойчивой максимальной доходности. Merlin заботится о расходах на газ, отслеживании API, оптимальной стратегии урожайности, безопасности с целью максимального увеличения урожайности пользователей DeFi при минимальных возможных затратах. Все отображаемые API и APR включают сбор. Зачем компания построила данную платформу? Рост децентрализованного финансирования DeFi стал невероятным благом для всего сектора криптовалют. Несмотря на рост количества продуктов, DeFi в Binance Smart Chain нет функциональных проектов по сельскому хозяйству, которые действительно помогли бы пользоваться в целом. Merlin сочетает доходность по максимуму с функциональностью, предоставляя всеобщую платформу DeFi. Компания осознает экспоненциальную выгоду от автоматического сложения и ценность накопления ключевых криптовалют, также известных как BTCB, ETH, BNB, CAKE и многие другие. Поэтому данная компания создала свой продукт. Как мы можем видеть, данный токен уже торгуется на PancakeSwap. Один токен Merl стоит $20.87. США. Уже можно сейчас купить и поставить пул. На сайте предоставлено множество пулов для LP токенов или просто пулы Merlin, Merl, Cake. То есть мы можем на PancakeSwap предоставить какую-то ликвидность в какой-то определенной паре, например, Cake и BUSD, USD. Мы предоставляем ликвидность на PancakeSwap, получаем за это токены данной пары, точнее Cake BUSD LP. И на самом сайте merlinlab.com мы можем предоставить и ликвидность для добычи токенов. Фирмы максимизатор Cake помогают максимально увеличить количество токенов Cake. Компания обменивает награды с оригинального токена или LP и помещает их в ферму автоматического реинвестирования Cake. Это даст нам более высокий API, защищая при этом ваш основной капитал. Процент составляет 180% и 182% годовых. Также есть различное большое количество предоставляемых пулов, где можно зарабатывать. WebNB.lp, WebNB.lp, WebNB.hrp.lp и многие другие. То есть можно максимизировать свою прибыль. Просто подключаем свой кошелек MetaMask. И если у нас есть на счету, например, токены Merl, можем поставить, сделать депозит и собирать награду, при этом заплатив и самую маленькую комиссию, так как данная платформа построена на сети Binance Smart Chain и взимает сборы минимальные. Переходите на сайт, в техническом документе более подробно все описано, токеномика данного проекта и много другое полезное для своих инвестиций. На этом мы обзор закончим. Подписывайтесь на мой канал, на мой телеграм-канал. Все ссылки я оставлю в описании под видео. Всем спасибо за внимание. Всем пока.